heaven on earth. Но при всем этом не забывайте Бога и вашего ближнего. Мы не будем трусливым, безвольным христианством. Мы восстанем за социальную справедливость, как делал Иисус. Будем бороться с развращением и с бедностью. Мы будем делиться тем, что у нас есть. Мы будем помогать, где можем. Мы будем кормить, где можем. Мы будем давать образование. Иначе какой смысл, если ты живешь в роскоши, а твой брат живет при этом в нищете? Воздайте славу Богу. Вложите в нее все свои силы. 2022 будет годом многих прорывов. Мы верим в это? Я верю в это. Тяжелые времена не вечны. Мы становимся сильными людьми. Когда становится трудно, сильные продолжают идти. Это время укрепиться и усилиться. Если у вас были трудности, то это ваш год во имя Иисуса Христа. Скажите на это аминь. И добро пожаловать на ТБН, One Gospel, Praise TV, Facebook Live, YouTube Live, CRC Online. Я приветствую людей по всей Африке, в России, Израиле, Америке, Европе, Индии, Китае, Пакистане. Да благословит вас Бог. Спасибо, что вы с нами. Это ваш год во имя Иисуса. Приветствую вас. Я так рад видеть это место снова наполненным. И на следующей неделе будет еще больше людей. Во имя Иисуса мы не вернемся назад. Это будет наш лучший год. Ведь мы запланировали несколько больших проектов. Сегодня начнется неделя поста и молитвы. Приходите в церковь каждый вечер. С понедельника по пятницу мы ожидаем вас, а в воскресенье мы закончим пост. Молитва будет в 6 часов утра тут в церкви и онлайн, а со вторника по четверг в 7 часов вечера вечерняя молитва в церкви Бломфонтейна. Я не был там 2 года. Увидимся в четверг в аудиториуме. 6000 мест. Всем хватит? Я буду молиться и возлагать на вас руки. Это то, что дьявол украл у нас в этом локдауне. Сам Иисус сказал об этом. Возложить руки на людей и разрушить власть сатаны над их жизнями. В 2022 году мы будем радикальными для Бога. Что же, присаживайтесь и открывайте вашу Библию. Добро пожаловать. Евангелие от Иоанна, 11 глава. Это то, что мы будем рассматривать с вами сегодня. Я приглашаю всех вас на служение. Всех. На служение в Йоханнесбурге мы ожидаем 1000 людей. Я рад приглашать людей в церковь. Мы восстанем в вере. Мы очнемся от дремоты. Выберемся из ям лжи и обмана. Я скажу вам, Бог не умер. Он живой. Если вы верите, то можете воздать хвалу живому Богу. Он не историческая личность. Он все еще открывает путь, творит чудеса, и он верен своему слову. Иоанна 11 глава. С 1 стиха. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее». У Иисуса есть любимчики. Вас это должно радовать, потому что вы его любимчик. У меня 3 детей.
Я люблю их всех. У меня уже 5 внуков, и я люблю их всех. У Анжелики были тяжелые роды, была опасность для матери и ребенка, но Бог спас их. Слава Богу! Мария же сказано тут, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, «Сейчас они помолились бы, Господи, вот кого ты любишь, болен». А Иисус, услышав это, сказал такие слова, «Это болезнь, это трагедия, кризис, пандемия». Не к смерти, а к славе Божией. Да прославится через нее Сын Божий. Аминь. Лазарь умер и был похоронен. Иисус ожидал 4 дня. Кажется, что Иисус всегда приходит в последний момент. Он не приходит сразу, не приходит заранее, но за минуту до полуночи, когда кажется, что уже слишком поздно, что уже все кончено, когда нет надежды, вы можете ожидать, что Бог сделает нечто грандиозное в вашей жизни. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Она разочарована. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Сколько людей во время ковида говорило, «Почему ты допустил это? Ты мог бы восстановить это. Бог может сделать все, но иногда Он не делает этого, потому что чем серьезнее ваши испытания, ваши обстоятельства, тем чудеснее будет ваше избавление во имя Иисуса. Он не оставит вас в одиночестве. Он вступится за вас и избавит вас от огня. Он заградит пасть львам. Он проведет вас через долину смертной тени. Он не оставит вас. Он не подведет вас. Его обетования для всех нас звучат так «Да» и «Аминь». Воздайте Ему хвалу, Церковь. Слава Иисусу! И Марфа продолжает. «Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей, «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет воскресение в последний день». Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий, верующий в Меня, не умрет вовеки». 38 стих. Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, «Отнимите камень». Мария и Марфа. В любых ситуациях есть те, кто молится и верит, есть те, кто скептичен. Здесь Мария скептична, но не Марфа. Она продолжает разговаривать с Иисусом. Она высказывает Ему свои ожидания, свое разочарование. Но также она выражает свою веру. Она верит, что Иисусу все возможно. Он сам сказал, что Он есть воскресение и жизнь. Все умершее может вернуться к жизни. Сухое дерево может снова дать плод. Все потерянное найдется. Пустое снова наполнится. Он есть воскресение и жизнь. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Скажите на это аминь. Сестра умершего, Марфа, говорит ему, «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе, все кончено». Многие люди так и думают. Люди потеряли свой бизнес и родственников. Они потеряли надежду. Ситуация безнадежна. Вы тоже сталкиваетесь с такой безнадежной ситуацией. О вашем теле, эмоциях, отношениях, бизнесе. Что-то произошло в вашей жизни, и вы потеряли надежду, и эта ситуация уже просто смердит, а может быть, вы в депрессии. И вы уже так долго живете с этим, как та женщина с кровотечением.
что почти потеряли надежду и почти смирились, что эта ситуация теперь часть вашей жизни. Но это не Божья воля на вашу жизнь. Он воскресит нужные сферы вашей жизни. Он разрушит зависимости, освободит вас от оков. Он явит себя как воскресение и жизнь. Он разрушит каждое проклятие и злое слово. Он явит чудо. Он сотворит все новое в вашей жизни. Если вы спасены, тогда Бог живет в вас. Аллилуйя! Я чувствую, что сила Божия на этом месте. Он сотворит все новое в вашей жизни. Так что прославьте Его во имя Господа Иисуса. Вторник, среда и четверг будут опасными днями для дьявола. Я буду здесь молиться за вас и возлагать руки, разрушать любую зависимость, изгонять болезни, освобождать измученных силой Святого Духа. Кто-то отошел от Бога в это трудное время и обратился к шаманам. Бог пришел освободить вас. Нет большей силы, чем сила Иисуса Христа. Вернитесь к Богу и призовите Его всем своим сердцем. Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший, и я цитирую в данном случае 40 стих. Это ключевой стих, в нем говорится: «Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию». Бог будет творить вещи, которые воздадут Ему славу. Он возродит ваш бизнес, ваши отношения, ваши эмоции, чтобы имя Его было прославлено, потому что Он есть воскресение и жизнь. Он может взять вашу безнадежную ситуацию и сотворить значительно больше того, что мы просим или даже можем себе представить во имя Иисуса. Аминь. Я не учу вас. Я здесь, чтобы вдохновить вас, взбодрить вас, подвигнуть вас к действиям. Возьмите то, что Бог приготовил для вас в этом году. Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня. Каждый раз, когда вы молитесь, Бог слышит. Каждый раз Он отвечает, посылает свое избавление, отправляет своих ангелов, организует ваше освобождение. Но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Сказав это, Он возвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший. И в вашей жизни произойдет воскресение, и бесплодная утроба родит дитя. Раненые эмоции и депрессия будут исцелены во имя Иисуса Христа. Дух Святой коснется вас. Любые цепи и оковы на вашей жизни будут разрушены. Любое иго и любое бремя падет во имя Иисуса Христа. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком, а Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть он идет». Сегодняшнее послание называется «Лазарь, выйди вон». Я верю, что это очень актуальная тема для нас. Бог придет и воскресит вашу жизнь. То, что связывает вас, это грех, что стал приемлемым. То, что уже смердит, все изменится. Абсолютно. Вы почувствуете свежий аромат. Вы будете нести благоухание Христа. Пленные будут освобождены, а потерянные найдутся. Слепые прозрят, пустой сосуд наполнится. Вернется первая любовь к Богу, Его огонь.
Мертвая религия станет живой верой. Люди, потерявшие цель, наполнятся огнем Святого Духа и понесут его другим. Вы будете творить великие дела для Бога, нести огонь Святого Духа, ходить в силе Божией. Слабые, двоедушные укрепятся силой Божией. Не моей силой, но силой живущего во мне Духа Святого. Дух Святой здесь сейчас, так что прославьте Его. Будьте живыми. Дух Святой живет в вас. Кто-то скажет, Иисус никогда не кричал в церкви. Такого не было. Но когда Бог коснется вас, вы захотите прокричать об этом громко. Так что воскликните уже сегодня «Аллилуйя». Возвысьте голос. Люди, мертвые в духе, приходят к живому Богу. Все сломанное будет восстановлено. Больные тела будут исцелены. Я не имею в виду, что вам не нужно больше обращаться к врачам. Слишком много людей умерли, потому что не сделали этого. Но у врачей нет всех ответов. Вам нужно верить в живого Бога. Когда Бог работает в вашей жизни, вам нужно работать вместе с Богом. Вы не можете просто сидеть в апатии. Ваша вера должна быть активной. На этой неделе мы будем практиковаться, как обращаться к Божьей силе. В Евангелии от Марка, 10 главе, 27 стихе, Иисус сказал, «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Скажите, «Все возможно Богу». И еще один раз, «Все возможно Богу». Вы пришли после долгого перерыва и уютно устраиваетесь в церкви. Вы устали от каникул. А я хочу вас разбудить. Я проповедую, чтобы огонь от Бога вернулся в вашу жизнь. Вернитесь во славу и в присутствие Божие. Бог коснется вас, встряхнет вас. В Его присутствии все изменится. Не будет пассивности, нейтральности, компромиссов и теплоты. Будет огонь от Бога и для Бога. Мы будем гореть для Бога. Мы уже бронируем стадионы по всей Южной Африке для евангелизаций. Мы планируем строительство нового аудиториума. Мы не будем просто сидеть. Пришло время подвязаться и бежать для Бога, так как никогда, чтобы опустошить ад и заполнить небеса людьми, чтобы пролить свет в царство тьмы. Пусть поднимется Божья Церковь. Восстань, Церковь, и светись. Твое время пришло, и враги рассеются во имя Иисуса. Аминь. Неважно, насколько безнадежно или невозможно выглядит ваша ситуация. Неважно, как долго вы ждете и что говорят все люди, вокруг вас находящиеся. Неважно, что вы чувствуете себя как-то уныло. Бог способен изменить все. Бог приносит жизнь ради своей славы. Верьте, что Бог вмешается в вашу ситуацию и изменит вашу жизнь. Бог вмешается, если вы позволите. Он обратит ваше сетование в ликование, ваш плач в радость. То, что предназначалось на зло, Бог обратит в добро. То, что было во вред, Бог обратит в благословение. Ваших врагов Он смирит перед вами. Он остановит проклятие против вас. Я говорил с одним человеком, занимающим очень высокий пост в нашей стране. Я не могу называть имя, но этот человек обладает большой властью. Почти год группа шаманов колдовала против него. Люди пытались избавиться от него из-за его влиятельной позиции относительно денег в Южной Африке. Никто не мог наложить на них руки. Они выдвигали разнообразные ложные обвинения против него. А я говорил, «Не сбудется, Бог оправдает тебя.
Бог поместил тебя на это место, и Он вознаградит тебя. Он обратит твоих врагов прочь». Неделю назад он отправил мне сообщение и написал: «Пастор, Бог вступился за меня. Никакие планы врага не сбудутся. Аллилуйя». Бог сказал: «Я поместил тебя сюда, и никто не сможет этого изменить. Я тебя повысил, и никто не сможет тебя понизить. Я благословил тебя, и никто не сможет тебя проклясть. Бог будет творить большие дела». Увидим стадионы полными людей. Во славу Божию! Если вы что-то напишете на стене вашего дома, пишите «Во славу Божию». Не будьте пассивны, сражайтесь, проповедуйте. Вставайте, если упали, во славу Божию. Бог не прославится, если вы сдадитесь и опустите руки. Бог прославится, когда вы встанете и поверите. Иногда начинается дискуссия. Люди, прочитав этот отрывок про Лазаря, говорят: «Вот Иисус воскресил мертвого, но разве...» Он не мог вообще предотвратить эту смерть. Мы знаем, что он мог. Он мог предотвратить эту волну ковида. Причина не в нем. Это не суд Божий, не путайте. Мы живем во время излияния благодати и истины. Они находятся в Иисусе. Это не суд. Люди судят друг друга, но не Бог. Он спасает нас. Еще будет излияние суда, но не сейчас. Люди думали, что Он мог остановить это. Иногда что-то происходит, и мы не понимаем причины. Но если мы будем верить и отдавать Богу центральное место, все повернется во славу Божию. Даже в самых сложных и трагических ситуациях, если мы не позволим себе свалиться в горечь и цинизм, как Мария в этом тексте, имя Мария как раз означает «горечь». Если мы посмотрим в ее характер, мы увидим, что она была разочарована, и жизнь ее была горькой. Помните, как Мария сидела у ног Иисуса, а Марфа беспокоилась по хозяйству? Мария общалась с Иисусом, молилась, постилась, читала Божье Слово. И вдруг ее брат умер. Что-то плохое случилось в ее жизни, она не понимает, почему. И вместо того, чтобы побежать к Иисусу, она отдалилась от Него, как многие люди сделали во время этой пандемии. Нет же, вернитесь к Богу. Если вы нас смотрите, я прошу вас, я взываю к вам, вернитесь к Господу, вернитесь в церковь, в общение святых. Бегите к Богу, и Он исцелит вас. Бог даст вам мир и поддержку. Не позволяйте вашему разочарованию и боли отдалять вас от Иисуса. Он еще с вами не закончил. У Него есть будущее и надежда для вас. И Марфа говорит Иисусу: «Если бы ты был здесь, ты предотвратил бы это. Этого бы ни за что не произошло». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 21 стих. «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой». И что же ответил на это Иисус? «Ты считаешь, что я об этом не подумал?» Мы взываем: «О, Господи! Если бы ты был там, как вообще это произошло? И почему это произошло? Бог, ты всезнающий, всемогущий, тем не менее, это произошло. Почему?» Бог не отвечает на наше «почему». Он обращает ситуацию во славу себе, как считает нужным. Вот почему мы не сдаемся, не теряем веру и надежду. Библия говорит в послании к Евреям, 11 главе, что многие умерли в вере. Многие получили умерших своих воскресшими. Но даже если это происходило, они не теряли веры. Они верили, что Бог все контролирует и все обратится во благо. Любящим Его –
призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И плохое, и хорошее, то, что вы понимаете и чего не понимаете. Позвольте Богу обратить вашу боль в исцеление для кого-то еще, обратить вашу трагедию в чей-то триумф, вашу ошибку в чудо для кого-то, ваш провал в прорыв для кого-то, ваш стыд в урок для кого-то, и все обратится во благо, во славу Божию. Итак, Марфа жалуется Иисусу: «Будь ты тут, этого бы не произошло». Послушайте, что отвечает Иисус. Это ключевое место в этом году. Нам нельзя допускать двоемыслия, неуверенности и нерешительности. В 25 стихе Иисус говорит: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». И еще Евангелие от Иоанна, 11 глава, 38 стих. Сестра умершего, Марфа, говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе». Иными словами, ваша ситуация безнадежна, все кончено, мы все потеряли, ничего не изменить. Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? Если будешь веровать, увидишь Божью славу». Сатана охотится на вашу веру в Бога. Он хочет загнать вас в цинизм, двоемыслие, туда, где вы перестанете верить. Но сегодня, как и раньше, воскресение и жизнь. И нет для Него ничего невозможного. Нет ситуации, которую Бог не может изменить. Нет таких мертвых эмоций, которые Он не мог бы восстановить. Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, это очень важно, неверящие люди всегда находят себе оправдание. Отсутствие веры — главная проблема сегодня. Как об этом и написано в Евангелии от Луки, 8 главе. «Когда Сын Человеческий вернется, а найдет ли Он веру на земле?» Потому что медиа и окружение хорошо промывает все мозги. Люди больше не верят в силу Бога. Вот в чем вся проблема. И церковь, ну не это, а церковь вообще, отошла от силы Божией. Люди верят во что угодно. Люди не верят, что Бог может все изменить за мгновение. Иудеи верят, что дух умершего еще 3 дня остается рядом с телом. Он соединен с Ним, а потом соединение рвется, и дух уходит навсегда. Вот почему Иисус ожидал 4 дня, чтобы иудеи не могли сказать, что это было не чудом. Прошло 3 дня. Они знали, что связь порвана, и дух ушел. Поэтому Иисусу пришлось поднимать Лазаря из гробницы. Он вернул его из недр земли. Неважно, насколько глубоко в пропасти ваши дела, Иисус может дотянуться к вам, как воскресение и жизнь. И Он может поднять вас, восстановить вашу жизнь, потому что Он Альфа и Омега. Я чувствую присутствие Божие. Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, а я молюсь за всех, кому нужно Божие вмешательство, отвлекитесь от своих проблем и прославьте Бога, давайте воздадим Ему хвалу. Потому что этот вирус в течение 2 лет... выдавливал людей из Бога, прочь от Божьей силы. Поймите меня правильно. Иисус не делал онлайн-церковь. Он касался людей. В Библии нет места для онлайн.
Это было такое время. Люди будут пророчествовать, пока Иисус не вернется. Люди будут зависеть от пророчества. Бог обитает в церкви. Он действует из церкви. Иисус сказал, что Он построит Свою церковь, и врата ада не одолеют ее. Церковь — это место, где Бог явит Себя. Он сказал: «Я буду править Сиона». Церковь — это самый высокий институт. Она представляет Царство Божие на земле. Но церковь не может заниматься только теологией. Она не может быть просто историческим местом, где мы собираемся раз в неделю. Еще там мы поем гимны. Церковь — это то место, где является слава Божия. В этом году наша главная задача — славить Его. И темой нашей молитвенной недели будет следующее: «Вернитесь к Богу». Вернитесь к Богу, не ищите себе оправданий. Не ищите новых путей, смирите себя и вернитесь к Богу. Встаньте на колени и вернитесь к своему Богу. Вспомните свою первую любовь. Какая у вас была жажда по Богу, когда вы только пришли к Нему? Вернитесь в Божие присутствие. Бегите к Нему. Не медлите. Если в вашем городе нет церкви, садитесь в машину и проедьте несколько километров. Я путешествую по всему миру в поисках силы Божьей, а люди живут по соседству с церковью и просто не могут поднять себя с этого дивана. Иисус воскрес из мертвых, а они не могут выбраться из кровати. Они хотят только говорить о Боге, но ничего при этом не делать. Римлянам 8 глава 11 стих. «Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела». В первой главе послания к Ефесянам Павел молится и говорит о силе воскресения, о том, как обращаются к силе Божией, и о том, как люди могут обесчестить, лишить славы, присутствие и силу Иисуса среди нас. Приходите в церковь с другим отношением. Верьте, что Бог может решить ваши проблемы, освободить вас от тяжкого бремени, разрушить ваши зависимости во славу свою. Итак, Павел молится в послании к Ефесянам 1 главе с 15 по 22 стихи. Он молится за церковь, он молится и за вас тоже. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, как безмерно величие могущества Его в нас, в ком именно? Верующих, вы помните? Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию, как безмерно величие могущества Его в нас, в верующих. Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию, как безмерно величие могущества Его в нас, в наших детях, пока еще не знающих Бога?
в наших семьях пока потерян, в нашей нации пока порабощенной силой нищеты, но как велика его сила в нас. На этой неделе я встречался с одним из пасторов, одним из самых сильных служителей в Южной Африке, и мы говорили об этой четвертой волне, которая на самом деле была просто небольшим скачком. Ученые в недоумении. Они говорят о появлении коллективного иммунитета. В этом есть правда. Но также церковь молилась в Южной Африке, чтобы Бог вмешался, чтобы Он удалил это проклятие с нашей земли. Ученые в Америке, Австралии, Европе удивляются и не понимают, почему этот омикрон не повредил нашим людям так, как они предсказывали. А я скажу вам почему. Бог поднимает Африку. В нашей стране поднимаются церкви, которые взывают к Богу и говорят: «Исцели нашу землю». Молитесь и благодарите Господа за то, что Он снимает это проклятие с нашей земли. Благодарите Его за исцеление. Это не человеческая заслуга. Вся слава только Господу. Южная Африка возродится во славу Божию. Ваша жизнь возродится во славу Божию. И дьявол ничего не сможет с этим поделать. Так что восстань, Господь, и рассеются враги. Вся слава Иисусу. Эта чума уже оставила и Нигерию. Ведь мы молились, слава Богу, за медицину и лекарства, но вера наша в Боге, как безмерно величие. Величие Его могущества в нас, верующих по действию Его державной силы, которую Он воздействовал во Христе Иисусе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, превыше всякого проклятия, заклинания. Никакой план сатаны на вашу жизнь не сбудется, потому что внутри вас есть сила Божия, сила воскресения. Перестаньте жить в поражении. Вам нужно думать о той силе, которую вы получили. Ходите и живите в силе Божией, чтобы, когда вы молились за больных, что-то реально происходило бы, чтобы вы проповедовали, и жизни людей менялись. Ваш Лазарь вернется к жизни. Вот вам личное пророчество. То, что было мертвым в вашей жизни, оживет. И я провозглашаю, оковы падут. Пустые сосуды наполнятся силой Святого Духа. Вы что, чувствуете себя потерянным? А знаете ли вы Иисуса? Как вы думаете, если вы умрете сегодня, вы пойдете на небеса? Иисус воскрес из мертвых, чтобы вы могли быть спасены. Может быть, вы сидите в церкви, здесь или где-нибудь еще, или вы находитесь, скажем, в исправительном учреждении или даже дома, и вы не примирились с Богом, вы не знаете, где проведете свою вечность, если вы умрете. Иисус пока еще не является Господом вашей жизни. Может быть, вы когда-то служили Богу, но охладели и потеряли себя. Так вот, Бог не осуждает вас, знаете это. Он здесь, чтобы спасти вас. Но вам нужно быть честным и вернуться к Нему. Вернитесь к Богу. Где бы вы ни были, знайте, что вам нужно примириться с Богом. Нужно вернуться к Богу. Вам нужен Иисус. Если я умру, я не совсем уверен, что пойду на небеса. Если это про вас, то поднимите руку. Прямо там, где вы находитесь, поднимите свою руку. Бог благословляет вас. Небеса открываются. Примите благословение и скажите: «Мне нужно новое начало».
Я хочу отдать свою жизнь Иисусу Христу. Те, кто нас смотрит по телевизору, это ваше время вернуться к Богу и отдать жизнь Иисусу. Пригласить Его как своего Господа и Спасителя и сказать уже сегодня: «Иисус, я отдаю всю свою жизнь только Тебе. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя во имя Иисуса».